Мы умрем, и после нас будут жить черви в вашей тушке. Ты слушай, и это вот я сегодня слушал одного парня умного. Он говорит: как ты квантуешь свою реальность, так она и будет. Вот то, на что ты ум направляешь, ум, ну, свое внимание, ум на, сразу на это реагирует и начинает квантовать твою реальность. И ты уходишь в нее. Мы остаемся здесь, где нас черви грызть не будут, а ты будешь жить там, где тебя будут грызть, жевать черви. И ты будешь видеть там, в этой реальности, тоже меня. И ум тебе будет создавать ее таким образом, что я буду выглядеть там полным долбоебом, профаном, который разочаровался в своих идеях, и буду делать все, чтобы подтверждать твою концепцию червей, поедающих твое тело. Вот оно как. Вот в такую сансару ты попадешь. Представляешь? Ну, поскольку это, ты ну, как бы отдельно от меня и от нас не существуешь, но, тем не менее, есть такое ощущение, что ты все-таки отдельно. И это ощущение есть жизнь. То есть она дана нам как ощущение. Мы все время здесь находимся вот в этих приключениях различных ощущений. Вот этих метаморфоз, иллюзий, провалов в различные формы снов и так далее. Ладно, давайте там чуть. Что делать с пустотой при микродозе? Ничего не делать, она сама заполнится. Да, все заполняется само. Я, ведомый человек, стараюсь прислушаться к каждому и не замечаю, как захватываюсь и заражаюсь чужим мнением, чувствую отсутствие собственного стержня. Нужно ли лечить эти качества? Их нет, этих качеств, тебе кажется. Этих качеств нет. Есть одно качество, качество жизни. И вот тебе предлагается в этой жизни разная глупость, как выбор, создающий процесс твоего бытия, твоего умствования, твоего, ну, всего, из чего состоит твое «я». Оно отдельно, его нет «я». Оно состоит из вот множества вот всяких таких вопросов, которые ты задаешь, переживаний, названий, которые ты навешал на, эту, на этот процесс жизни, на просто вот на это ощущение, жизнь, ощущение. И вдруг ты к нему приклеиваешь вот эти вот названия там «я ведомый», «замечание», «я захватываюсь» и «заражаюсь». Ничего ты не захватываешься, ты не заражаешься, во-первых, тебя нет вообще. А мнение, нет никаких мнений, это все твои мнения, это все ум тебе создает эти вот рисунки, голограммы каких-то людей с мнениями, чего-то они тебе захватывают, тянут. Ты просто вот выбрал эту ну, квантовую позицию, да? Очень, я потом скину ссылку на этого парня, он очень прикольно рисунками все показывает, как вообще реально создается. Здорово. Хорошая концепция, и я думаю, что она полезная. И вот ты выбираешь вот себе вот этого эгрегора умственного, ну, эгрегора ума твоего, и он тебе начинает шпандорить вот эти вот, штамповать твою перспективу жизни со всякими вот этими людьми, которые тебе что-то там затягивают. А их нет. Вот ничего вообще нет отдельно от того, от тебя. Ничего не существует отдельно от тебя, дружок. Вообще ничего. Это все вот ты, это все твое вот моргание, дергание, вот эта квантовая херь, которая вылетает из тебя и беспрерывно тебе предлагает форму твоей жизни. И пока ты не знаешь, что ты выбираешь, ты вот, оно как бы автоматически выбирается. Испугался там что-то, и вся жизнь такая вот как, все время ты что-то боишься, все время подозреваешь куда-то, бегаешь куда-то, что-то пытаешься, суетишься. И вдруг ты такой попадаешь на сатсанг, и тебе такое говорят, слушай, это все вот... автоматические твои реакции. Они основаны на определенных, уже выбранных, сложившихся помимо тебя каких-то пазлов. И вот ты вот в эти пазлы ныряешь и все время на одном и том же месте топчешься, вместо того, чтобы осознать себя и попытаться поимпровизировать. То есть выйти из принципа вот этого иллюзорного выбора того, что выбрало уже тебя.
того, что тебя выбрало как того, кто выбирает только из того, что ему предложено, а не то, что он как бы вот хотел бы сделать. Вот взять ногу, полететь. Ты же не можешь. Значит, у тебя нет выбора. Если бы у тебя был выбор, ты бы полетел. А ты не можешь. И вот думаешь, что на самом деле у тебя есть какой-то выбор, потому что вот ты пришел в магазин с большим выбором. А это магазин тебя выбрал, потому что кроме магазина тебе не предлагается, даже запрещается брать там, например, и самому добывать еду. Где-то, ну, я имею в виду, там, где ее не принято добывать. Поэтому этого ничего нет. Лечить ты ничем лечить не сможешь. Кому? Ты пойдешь к врачу лечить. Врач – это врач, врун, значит. Выберешь себе какого-то вруна, и он будет, и будешь с ним вот тоже подыгрывать ему своей лажей, а врачи-то, хорошие врачи, знают, что они вруны, потому что именно и своим враньем они и внушают вам процесс вылечивания, который тоже создается вашей квантовкой. Никто вас не лечит, ни таблетки, никакие там, ни врачи. Это все ваши мысли. Даже как хирург делает вам операцию, это вот ваша мысль. Это ваш ум. Все в вашей голове происходит. Вы через хирурга, что не верите в силу своей регенерации, ну, она же иллюзорная, это же как бы, ну, как мультфильм. Вот, дали Тому и Джерри по башке, Тому или Джерри, я их путаю, сковородой или там катком по ним проехались, они хлоп и опять живые. Но вы не верите в это, вы не можете, вы придумываете врачей. Вам там дали по ноге, и все, и нога оторвалась. Вы бежите к врачу, вместо того, чтобы поступить, как Том и Джерри. Быстренько пинки опять живыми быть. Вот вы так квантуете реальность. Я тоже так делаю, да. Потому что, у меня нет необходимости иметь какие-то вот такие способности, как у мультипликационного персонажа. Зачем? Какой смысл, какая разница, каким быть? Оно все равно бесконечно, не закончится никогда ничего. А даже если закончится, ну, то тем более вообще. Видите, оно никак не сможет опровергнуть себя, вот эта истина. Никогда не закончится. А если закончится, то тем более вообще не имеет никакого значения. Ничего. Что оно не закончится, что закончится, значения не имеет никакого. И в том, и в другом случае, как и эти случаи, оба тоже относительно друг друга ничего не могут сделать. Что делать с пустотой? Примиградой, я не знаю, что там, пустота. Ну-ка попробуй что-то с пустотой делать. Что же ты спрашиваешь меня, как с пустотой можно что-то сделать? Встреча с тобой возможна, помимо личной симпатии, пути твои дети. А что? Смысл какой, Наталья? В чем смысл встречи со мной? Вот она, встреча со мной. Тебе мало? С собой встретиться. Тебе надо с собой встретиться. Вот сначала, потом с кем-то. Оно так же, как вот и в искусстве, в творчестве. Ты не можешь заниматься творчеством, не можешь заниматься какой-то деятельностью, если ты не свободен, если ты с собой не встретился. Если ты не освободился от вот этой иллюзии своего бремени, да, жизни, оно состоит из вот этих программ, схем, обязательств, долга, вины, страхов. Если ты от этого не знаешь, как ты можешь вообще чем-то заниматься? Даже работой просто, ходить на работу. Как это можно? Какой смысл? Ну, работу, ладно, еще можно начать с этого, да, с того, чтобы делать какую-то черную работу, заработать и понять, что пора уже что-то, какой-то подвиг совершить, вопреки своим страхам, переживаниям, что завтра есть, нечего будет, что-то взять и сделать от души, сделать, что вам доставит подлинное удовольствие, что вы испытывали в детстве, когда чем-то занимались. Вот этот подвиг надо совершить.